Добрый день, уважаемые подписчики. Приобрел автомобиль BMW X3 2011 года выпуска. Пробег на момент покупки был 87 тысяч километров. Один хозяин автомобиля покупался у официального дилера, обслуживался до 50 тысяч у официального дилера. После 50 обслуживался в сервисе на постоянной основе, которые занимаются специализированно BMW, Mercedes и Audi. Состояние автомобиля хорошее. Крашеная деталь только одна, задний бампер. Ну и то, я считаю, что это даже не деталь, это расходные материалы. Там притерся, тут шоркнулся. Дизельный двигатель, двухлитровый, 184 лошадиных силы. На автомобиле стоит восьмиступенчатая коробка ZF8. Так, по состоянию. Сиденья от М-пакета стоят, но на автомобиле самого М-пакета нет. Но что водительское, что пассажирское сиденье стоят от М-пакета. Подушки под коленки. Бардачок, конечно, желает оставлять лучшего. Маленький, только перчатки положить. И еще что заметил, здесь вот у них отходит заводской дефект. Смотрю, у многих моделей вот этот уголок провисает. Состояние сидений, подлокотника. Руля. Ну, панели. Человек был аккуратный. Даже скажу вам, просто по отношению людей к автомобилю и к людям, и тем, как сдать автомобиль в трейд-ин, они загнали его на станцию и полностью обслужили. Поменяли колодки перед-зад, оригинальные установили. Видать, помпа начала подтекать, заменили помпу, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость поменяли. Вот такое отношение. И сразу же сдали его в трейд-ин. Не то, что как у нас катаются, катаются, лишь бы выжать и отдать. На данный момент нашел два дефекта. Один дефект — правый задний фонарь горит в пол накала в крыле, а этот фонарь вообще на габаритах не работает. Сейчас включу. Вот он в пол накала, этот ярко.
Багажник чистый. Здесь все чисто. Машина химчистку и предпродажную подготовку только мойку проходила. Химчистки не было. Ну и я приехал, ее помыл маленько, грязь сбил, потому что по дороге вымазал ее всю и очень сильно. На всех ручках подсветка. Также на передней. В дверях, в картах снизу подсветка. Здесь в ногах подсветка. В задних ногах подсветка. Сиденье отодвинуто полностью. Вот столько сзади места. Спокойно, я же сажусь. И не достаю до спинки сиденья. На пассажирском еще больше отодвинуто, еще больше места. Сразу скажу, никогда не было у меня BMW. Я всегда к ним относился с предвзятостью. Ну, прокатился на этом автомобиле. С японцами, конечно, не сравнить. Японцы надежные, а BMW как монолит. Садишься в машину и сидишь как в танке. Управляемость такая. У японца такой нету. Даже взять Мурана последнюю, она все равно, да, она идет, да, все здорово, да, все замечательно. Отличнейший автомобиль Мурана. Но вот сидишь не так, как в BMW. Я не хвалю BMW, я не знаю, насколько я на нем покатаюсь. Но в данный момент я получаю удовольствие от вождения. Здесь старт-стоп система. Дизелек. Сейчас двери закрою, пробег покажу. Вот сейчас автомобиль заведен. Вот так вот светится левый фонарь. А вот так вот не светится правый фонарь. Там блок есть на светодиодную подсветку. Что-то с этим блочком случилось. Пробег 89 406 километров.
Также есть подогрев руля сбоку, кнопка включения, но руль механический. В бардачке в центральном бардачке подштатный телефон. Комплектация, сборка немецкая, не российская, поэтому здесь сборная машина, видать, человек по заказу, как-то по заказу делали, наверное, потому что сиденье от М-пакета, все подушки регулируются, вот эти регулируются под поясницу, вверх-вниз регулируется. Две памяти. Сколько здесь еще места? Видите, ванзи стоит. Вот такой. Приобрел очередной автомобиль. Покататься, порадоваться и пожелать каждому, кто желает, и пробовать, прикупить и пробовать, радоваться, радоваться моменту, радоваться жизни. Колеса на 18 стоят, поделился с вами своей покупкой. На этом все. Всего вам доброго. Не сказал про второй дефект. Я полагаю, что это быстрее всего бежит под дополнительный стоп-сигнал вода. Мыл машину. Мыл автомобиль. И вот здесь у меня на полку стала капать вода. Вот через этот стык. Потом сниму, посмотрю. Я полагаю, что это все-таки под дополнительный стоп-сигнал вода попадает. Надо будет его герметично посадить.